Вот выкладываем плиты перекрытия. Вот одну и вторую положили. Выкладываем вот так цемент. И вот эти плиты. Сейчас будем класть еще. Мы плиты перекрытия, уже 6 плит положили. Вот у нас балкон здесь будет. Вот, подняли тут 2 поддона. Вот, одна машина почти освободилась, да, и еще 2. И вон еще 2. У нас получается где-то расстояние 5,60, а плита 5,90. Такая у нас получается перекрытая. Все, смотрим, что дальше. Вот сейчас газоблоки мы поднимаем на второй этаж, чтобы можно было их здесь сохранить. Вот тут у нас под второй этаж. А вот тут все. Опускай. Опусти вниз. Ну что, еще? Сколько там? 1, 2, 3, 4. Вот сейчас прихожую покрываем. В принципе, крышу полностью поставили на первом этаже. Сейчас вот это осталось сделать, да. Всем привет. Вот две плиты поставили здесь, где-то на по 3 метра. И вот сейчас еще одна. Она эта не слишком маленькая, не? Ну, стоп, может, четвертый положим, а? Вот это такое ужасное посещение. Да, да. Нет, вместо третьего четвертый положим, это выкинем нахрен. Не надо, оставь. Это замрут. Отрезать. Отключили? Да. Даже что? Еще хочу сказать, что перекрытия плитами сделаны. Вот там видно все. Все, давайте, поддоны. На второй этаж мы затащили. Осталось теперь все это соединить цементом, бетоном и начать уже выкладывать поддоны, из поддон блоки, газоблок на второй этаж. Так что следите, пишите, подписывайтесь на канал. Газоблок 34.